Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией сегодняшнего видео по боксу Эрн Фрицентес. Не могла я не списать видео, так как мне оставили комментарий под предыдущим видео, то, что этот проект бокс Эрн Фрицентес не дает вывести. Вот сейчас я хочу попробовать сделать вывод. Я на стандарте, как мы видим, вот он, без вложений. Я новый апгрейд не делала. Денежка сюда не вложена. У меня на балансе 23 цента. Давайте закажем вывод. Я уже просмотрела сегодня всю рекламку и посмотрим, даст он без вложений вывести или нет. И опс. Перевести на русский. Что нам пишут? Необходимо сделать 100 кликов, чтобы запросить платеж или обновить аккаунт до вывода средств. Обратите внимание, 100 кликов. Вот. Идем на домашнюю страничку. Опускаемся вниз. Мои клики, ваши клики. Видим, у меня 123 клика. Значит, у меня сделан 100 кликов. Вот так ушки. Без вложений он вывести не дает. Что и требовалось доказать. Я не собираюсь вкладывать, раз такая пошло такое дело. Вот. Пусть работают. Хотя, если мы сюда нажмем Proof, выводы идут 2 августа. Люди выводят. Но, тем не менее, я не хочу рисковать одним долларом. Или вроде один доллар. Один раз рискнула. Я в плюсе. $1.90 я вывела. Да, $1. На обезложение вот так вот. Смотрите сами. Это риск, это инвестиции. И я удалю его. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.